слушайте, у меня два счастья было. Теперь пришла девушка Гита, она просто... Я вспомнил, когда мы сидели дома, когда была карантин во всей почти Европе, мы делали обучение онлайн по Кальтенборну. Это была первая, вторая часть. И помню, что эта Гита, она всегда была активна на обучении. Мирослав очень хороший педагог, потому что я по него методикам уже то, что получила онлайн, работаю и очень хорошие результаты получаю от этого. Я прошла два семинара Кальтенборна, эвента, да, но онлайне. И тогда я все то, что выучила, что Мирослав нам дал, все то я и сразу пользуюсь этими методиками на работе. И теперь она пришла и сказала мне: Мирослав, я хотела похвастаться этим движением, что получилось. И правда, мне это интересно, потому что, по правде, я ни разу не поставил рук. Она увидела, как это есть, и по методике проб и ошибок у себя сделала успех. И это то, что она показала на фильме, хорошо работает. Вывести перед плечо и кисть в правильный объем после травм, это не всегда получается. Это только один случай был, что вот я показывала, что мне пришла пациентка, которая два месяца была иммобилизация на запястном суставе, да, и тогда я работала только все то, что учил Мирослав по его методике Кальтенборна Эвента, и ей было очень большое, вообще 0 было градусов в разгибании ладони, было очень много как бы ограничений и в супинации, да, сгибание тоже, но сгибание было еще, может быть, каких-то 20-25 градусов, но разгибания не было вообще. И тогда по этой методике, то, что было на втором модуле Кальтенборна Эвента, я в течение, ну, какого-то полтора месяца, ну, получила как бы очень хороший результат, что мне пошла и разгибание, и сгибание, и полностью и это супинации тоже. И вторая вещь, мы как раз вчера закончили так называемые мягкие мануальные техники, и до тех пор я смеюсь, на третий или четвертый пришел мальчик, день, утром, и сказал: слушайте, ребята, он просто был в восторге, он был счастлив, он улыбался, как у нас, с краю до края, говорит: слушайте, мальчики, эти техники работают, они действительно работают. Я удивился, потому что, ну, как бы, по-моему, они должны работать, зачем он так удивлен? Я говорю: ну, работают. Ну да, ну они, слушай, они так работают. Обычно у моих пациентов я делаю 4 массажа, чтобы получить этот эффект. Я вчера после обучения пошел вечером к пациенту, сделал 2-3 вещи, которые мне показал, и пациент встал, что он совсем без боли. Они работают, действительно, я подумал, ну, конечно, работают. Но он был такой, как бы, как ребенок, так сердечно удивлен, и мне это нравилось. У меня этого счастья как бы редко бывает, потому что, ну, как бы, обычно знаю, как пойдет терапия. Или раньше, или позднее. Но у этой Гиты и у этого мальчика это их первые успехи. И они настолько хорошо поработали, что было лучше, чем они хотели бы. И это значит, что правильно все произошло.